Так, слухаю вас, инспектор, что там? Инспектор. Доброго дня. Доброго дня. Говорю, что там знак 3-2, вы знаете? Уже представлялся вам? Не, я не услышал, как вас... Не почули, да? Нет, я не услышал. Полицейский взвода 1, роты 1, батальона 4, управление патрульной полиции в Харківській області. Получил к вам полицию, Куркин Александр. А можете показать свои посвечения, да, конечно? Куркин Александр, да. Михайлович, полицейский, выдано 22. Вы недавно, да, в 22 году попали? Ну, бачите. Ну, добре. Угу. Знаете, что там знак 3-2 стоит? Ну, знаю. А? Знаю. Шарик механичных транспортных засобов сюда заборонен. Чего вы взяли, что сюда заборонен? Ну, там же знак стоит. Ну, а для кого он стоит? Для всех механичных транспортных засобов, кроме тех, кто обслуговывает сюда на территорию, або працівників. Именно працівників? Ну, давайте відкриємо. Давайте откроем. Давайте откроем. Если что, в разделе там, где знаки, поняли, там с картинками есть. Я просто, чтобы тут на российской мове, чтобы... Да, какая разница, вы же понимаете, что мы можем разговаривать на каком угодно языке. У нас Конституция, 10-я статья, знаете, что разрешает? От знак 3-2, да. Знак забороняє рух усіх механічних транспортних засобів, дія знаку поширюється на трактори, самохідні машини, механізми, також тролейбуси, транспортні засоби, ну. Ну, потужністю понад 3 кВт. Ну. Дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою, автомобілем, позначений знаком водій з інвалідності, на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають, працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані в позначеній зоні. В таких випадках транспортні засоби повинні виїжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення. Де у нас найближче перехрестя? З одної, з другої сторони? Ну, там і тут. Ну все, давайте тоді розглядати діло. У мене одразу предупреждаю, буде два ходатайства. Угу. От. Мне нужно будет формат А4. Вот, разгляну справу. Нет, вы будете разглядать справу. Почему? Ну потому что вы меня остановили. Ну я вас не зупинял особисто. Я говорю, вы меня... Вы зупинились тут сами. Вы остановили меня. А у вас есть видео доказ, что я вас зупинил? Прикиньте. Пока что. В машине стоит 4 камеры. Пока что. Ну при розгляде справы, конечно, я вам покажу. Так покажите. Если вы будете... Ну, смотрите, если, видите, если вы будете отказываться, я вызову сюда мониторинг. Непосредственно буду на мониторинге еще жалобу на вас оставлять, вы понимаете? Не надо обманывать людей. Дивіться, я вам сказал, что там стоит знак. Я вас зупиняв? Скажите особисто. Да, потому что вы мне начали представляться и начали цитировать мне статью. Дивіться, как вас зовут? Вадим меня зовут. Вадим, я, во-первых, меня не зовут, я сам обычно прихожу на данное место. Да, вы знаете об этом, что я сам сюда прихожу? Ну, вот. Здесь работают мои агенты, это моя земля. Ваша земля вот тут? Да. Ваша земля? Да. Это дуже гарно. Вот. Это дуже гарно. Так скажите мне, будь ласка, я вас зупинял? Да. А где саме? Именно на вот этом вот месте, вот чуть-чуть дальше, на пол корпуса назад сдать, вы вот тут будете стоять. Я отъехал. Можно сказать, что это я зупинял. Ну, я вас... Да, я вам говорю, что... Смотрите, вы подъехали... Ну, давайте спілкуватись нормально. Я ж з вами нормально спілкуюсь. Так, а я як спілкуюсь? Ну, ви так предвзято до мене спілкуєтесь. Це ви до мене предвзято відноситесь. Я нічого не скажу такого, що я до вас предвзято якось відношусь. Добре, давайте я по-другому вопрос поставлю. Скажіть, будь ласка, так. А навіщо ви стоїте всередині даної території і спеціально заманюєте водителів сюди? Заманюєте, а не предупреждаєте о том, що сюди в'їзд заборонен якобы. Дивіться, коли... Смотрите, сколько, послушайте, ага. Сколько у вас тут человек находится? Ну, как минимум 4. Пятеро, да? У нас тут 4.
ну, на данной территории у вас находится 6. Ну, экипаж. Вот, я не знаю, я вижу полицейских на данный момент. 6 человек. Так. Скажите, пожалуйста, почему не станет 3 там, 3 там? И не будут допускать проезда сюда. Дивіться, я вам поясню. Можна пояснити? Ну, попробуйте. Дивіться, ми стоїмо тут. Коли водії сюди заїжджають... Ви вже автоматично говорите, ви вже нарушили, ну, тому що зона дії ознака почалась від стовба. Ну, я, да, давайте. Як я роблю, так я можу сказати, як я роблю, правильно? Давайте. Ну, я от стою тут. Коли водії заїжджають, вони зупиняються, тому що бачать працівників поліції. Ні, ви їх останавливаєте. Ні, зупиняються. А давайте зробимо експеримент. Зараз ви будете просто стояти, нічого не, взагалі не робити. Ні я, ні ви. Давайте. Будете останавливатися водитель? Я думаю, так. Ну, от, не, так смотрите, якщо б із них, от зараз заїде сюди 5 машин, якщо всі 5 останавливаються, я вам даю документи, ви пишете на мене постановлення. Угу. Только мы ничего не делаем, ни вы не останавливаете, ни я. Ну так я буду стоять, как я стоял. Ну вот мы вот так будем просто стоять и все. Не, ну вот так вот с вами. Ну вот, ну вот так, ну, хорошо, вот так, вот, так, вот так, да. Да, вот так. Вы просто будете стоять и ничего делать не будете, согласны?